Всем привет! Давайте затестим сразу двух новых героев, которые только сегодня появились на Черной Пятнице. Фортуна с быстрой маной, она и снимает усиление, и наносит урон, то есть против нее не будут работать никакие контратаки, таунты и так далее. То есть по факту это быстрый диспел. Также она еще вешает на всех героев паразитов, которые срезают атаку. И этот дебаф можно снять только одним способом, как только отхилиться, ну и убрать этих паразитов. То есть пока будут находиться эти паразиты, будет срезанная атака, и герои не смогут наносить столько урона, сколько бы они могли. Отличный герой для обороны, также у нее класс очень крутой, скажем, для этой же обороны, потому что она очень часто будет уворачиваться. И второй герой, Иов, с быстрой маной, наносит 531 герою и всем остальным по 265. То есть, по факту, это быстрый массовик. Также он вешает дебаф на минус 65 меньше к исцелению на 3 хода. То есть, вместе с тем первым героем Фортуны, ну там вообще просто нереально будет отхиливаться, когда будут и паразиты, и вот этот запрет на отхил. Ну и также минус 75 меньше от особых навыков. Навык такой, скажем, не сильно актуальный, когда во времена Ксенофольда еще бы это работало, ну а сейчас таких героев, как Ксенофольд, очень мало. В общем, очень мощный герой, и урона он будет наносить также много. Также здесь есть Харон, который недавно был в башне Стикс, тоже интересно посмотреть, как он работает. В общем, оборона очень имбовая. Давайте возьмем сначала вот такую вот команду, ну и попробуем их просто вынести. Полетели. Так, что у нас по полю? Смотрите, у нас сразу сходу есть фиолетовый Крис. Давайте его и сразу соберем. И попробуем Энни вынести, потому что сейчас она просто по всем пройдется. Смотрите, у них пассивка, сразу миньон в начале хода дается, и он всего 130 хп. Но это реально очень мало, и он дает плюс 7 к атаке. Но это тоже не сильно, как бы, много. Теперь что нам сделать? Давайте все-таки фиолетовый вот так вот прожмем. Да, и мы зарядили наших фиолетовых. Так, теперь мы можем просто Энни убрать. И вот так вот прокинуть синие камни в нового героя. Давайте вот так вот еще у него желтый пробросим. Так, ну-ка. Вот как ульта у него выглядит. И сколько? Бам! 1100, короче, 546. Ну, урона он много наносит. И вот этот дебаф, смотрите. Минус 75 меньше, понятно. И 65 от исцеления. Так, Харон уже на x2 ульте, и нам нужно, как бы, давайте пройдемся вот так вот по ним и заряжать Фортуну, попробовать зарядить. Но мы, скорее всего, сейчас вынесем. Хотя если мы пробросим вот так вот зеленые, то вполне возможно мы ее зарядим. Да, и этот еще сейчас их отхилит. Так, вот она ультует. Бам. Но урона она немного наносит. А эти паразиты по 331 хп. Ну да. Как и ожидалось. И все, и сейчас их, короче, нельзя снять. И нам нужно найти синие камни. И уже я не готов ультовать. Давайте просто вот так вот взорвем Крис, ну и посмотрим, что будет. Так, да, и мы выносим. Смотрите, нет, не выносим. Потому что срезана атака. Да, и это сейчас. Да, понятно. Давайте возьмем вот такую вот команду. Возьмем Маргарет, потому что она отлично играет против Энни. Если, конечно, ее получится зарядить. Давайте вот так фиолетовый пробросим. Все, и мы ее заряжаем. Первая тройка зеленых. Да, видите, миньонов очень мало. И когда вы этих миньонов сносите, с них снимаются все дебафы. Так, все, этот уже готов. И Фортуна тоже на подходе. Так, в Маргарет 1200. Ну, короче, по одному он очень мощно пробивает. Включаем баф Маргарет. И вот так вот, наверное, стоит пробросить, чтобы зарядились наши красные. Блин, этот опять ультует. Так, ну-ка. Все, троем увернулись. Это хорошо. Но они не... А, кстати, представляете, и вот сработал его баф. То есть они из-за этого не дозарядились. Маргарет же накидывает им ману. То есть, ну вот по факту такой
скажем, рабочий, вот этот навык. Ну и теперь как лучше сделать? Нам нужно дозарядить Локи. Если мы вот так вот соберем Крис, то ультанет Фортуна. А, ну мы просто можем вот так вот сделать. Блин, и мы скорее всего заряжаем Бастет. Блин, вообще всех зарядили. Так, ну давайте скопируем на первой ульте он это. На первой ульте он не поднимает. Тогда мы можем отхилиться вот так вот. И видите, короче, сняла паразитов и прям немного отхилила. Ну тут как бы все понятно, ультует Бастет. Давайте все-таки его ульту скопируем. Посмотрим, хоть что тут будет. По урону. Бам. 434 по остальным по нему. Даже не увидел, сколько нанеслось. Ну, просто вот так вот взрываем. Давайте такой командой попробуем их вынести. Попробуем Стиропа зарядить на X3, если получится. Чтобы, если что, он всех поднял. Тройка в желтых сразу пробрасываем. О, ну как раз у нас вообще 9 камней. И то есть мы его сможем зарядить. Получается, на сколько? На X2. Да, также мы заряжаем нашу утку вот эту. Давайте включаем Инари и надеемся, что она сейчас будет уворачиваться. Стиропа, я думаю, нет смысла сейчас прожимать, потому что, ну, навряд ли кого-то вынесут. Хотя тут и Энни уже скоро наготове и Бастет. Давайте все-таки его прожмем. Так, а, да, и он же, короче, замедлил еще ману. Так, ну все, пробрасываем вот так вот зеленые. Ну-ка, кто-нибудь увернется. Бам. 1157. Все, стиробы явно бы нет, ульту бы. Не пережил бы эту. Так, теперь... Да я даже не знаю, что теперь-то делать. Так. Фиолетовый можно в Энни пробросить. Видите, у него мана замедлена. Давайте, ладно, вот так вот сделаем. Вот так вот пробросим. Не, Баста все-таки первая ультанула. Давайте Крис взрываем, просто пусть они ультуют. Так, куда перебросит? Бам, справа на эту перебросила, нормально. Теперь сколько еще ворота эти будут? 2 хода. И у нас нету хилера. Давайте все-таки Аграфены ультанем. Ну и попробуем его как бы вынести. Чик, отлично. И вот так вот пробрасываем просто фиолетовый. Дальше куда она? Оставила на себе. Желтых нету. Толком. Точнее, они есть, но их очень тяжело будет собрать. У нас нету хилера. В принципе, Аграфена на X2 как хилер может сработать. Но тогда получается просто вот так вот взрывать. И надеяться, что... Идти аккуратно. Что не полетит комбо. И... Давайте все-таки Бастет, наверное, вынесем. И вот так вот фиолетовый пробросим. Так, ну тут Хаторн как бы есть. Который может вообще просто всех поднять. Так вот взрываем, Крис. Так, давай только не это. А, ну, в принципе, тут все. В кого? Давайте лучше в Хаторна. А, тут уже без разницы. Ну что, ребята, вот такие вот были герои. Вот этот Иов очень мощный. С какими-нибудь бронерезами и в атаку будет отлично заходить. И в оборону его можно смело ставить. В общем, отличный герой по урону. Фортуна тоже отличный герой, она на бете была куда мощнее, но почему-то к релизу ее немного подкорректировали. Но она также отлично будет играть и в атаке, и в обороне, так что качать ее тоже смело можно. В общем, два героя отличных и определенно стоят прокачки. Так что, ребят, удачи вам в их поимке. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, всем отличного настроения и всем пока.